Сирия. Сегодня заключительный день саммита БРИКС. Лидеры объединения проведут два заседания. Одно из них будет посвящено вопросам стратегического партнерства. Ну а накануне президент России сделал на полях форума целый ряд важных заявлений. Все подробности узнаем у Лейлы Алназаровой. Лейла, приветствую. Негласный девиз этого саммита БРИКС – поиск альтернативы торговой войне. Как эту тему прокомментировал Владимир Путин? Ольга, приветствую. Президент подчеркнул возможность БРИКС важность БРИКС как геоэкономического блока и отметил, что по итогам 2017 года товарооборот России с другими участниками объединения вырос почти на 30%, превысив 102 миллиарда долларов. Стратегическое партнерство в унисон идеям Нельсона Манделы. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС, заявил накануне Владимир Путин на заседании саммита в расширенном составе. Экономическим вопросам уделили особое внимание. Участники подчеркнули уникальное место пятерки в глобальной экономике, ведь это самый большой рынок в мире. Совокупный ВВП около 22% от общемирового объема, и этот показатель продолжает расти. Поддержку росту экономик стран БРИКС оказывает и новый банк развития. Его офис может открыться в России уже в следующем году, заявил глава кредитной организации. Уже известный МБР выделит Москве займ в размере более 1 миллиарда долларов на 5 проектов. Всего их 21 на общую сумму около 5 миллиардов. К концу года мы ожидаем 7,5 миллиардов долларов в качестве нашего бюджета. В 2019 году мы хотим выйти на одобрение проектов на 7-8 миллиардов долларов. Это далеко идущая цель, но мы попытаемся ее достичь. Владимир Путин призвал бизнес активно подключаться к наполнению кредитного портфеля банка. Также он напомнил о создании фонда облигаций в национальных валютах стран БРИКС. Это крайне важно для развития финансовых систем государств пятерки. Кроме того, президент подчеркнул значимость пула условных валютных резервов. Позитивной оценки заслуживает факт создания в рамках БРИКС пула условных валютных резервов. Он стал важным механизмом для обеспечения оперативного финансирования банковского сектора наших стран, для решения задачи по сбору и обработке статистических экономических данных у Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. По итогам 2017 года товарооборот между Россией и другими участниками объединения вырос на 30%, превысив 102 миллиарда долларов. Именно поэтому укрепление торговых и инвестиционных связей является приоритетным. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС. Уделяем приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран. Приветствуем выдвинутые деловым советом БРИКС новые инициативы, в частности, в сфере электронной торговли, малого и среднего предпринимательства, а также предложения об упрощении административных барьеров в целях стимулирования торговых обменов. Традиционно по итогам саммита лидеры страны БРИКС подписывают декларацию. Этот год не стал исключением. В документе подчеркнули необходимость борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Кроме того, на фоне глобальной торговой войны главы государств пятерки отметили и значимость открытой мировой экономики. Важно преодолеть геополитические конфликты и бороться с набирающим обороты протекционизмом и односторонними подходами, которые представляют угрозу для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Президент России провел двустороннюю встречу со своим коллегой из Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 40%, а за первые 5 месяцев этого года достиг 46%. Турецкий лидер, в свою очередь, заметил, такому сотрудничеству можно только позавидовать. У наших стран есть цели по торговому обороту, и я думаю, что мы их достигнем, потому что мы верим в это. В туристическом секторе есть хорошее развитие. Считаю, что в текущем году нашу страну посетят около 6 миллионов российских туристов. Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц. Сегодня заключительный день юбилейного саммита пятерки. На повестке встречи лидеров БРИКС с главами южноафриканских государств, а также Аргентины, Турции и Ямайки. Спасибо. Лейла Алназарова рассказала об итогах второго дня саммита БРИКС в Йоханнесбурге.